Ну в то. Мы сегодня идем. Мы идем за грибами. Все грибы наши. Все грибы наши. Вон, какая у нас корзина. Вон, какая у нас ведерко. И вон у нас как много. Сейчас все грибы соберем. Держитесь, грибы. Что, уже нашла? Первый масленок. Пошел. И мы пошли. Так, что у тебя тут? Ну вон, смотри. А, белый, собирай, что ты? Стоишь, пока кто-нибудь не забрал. Белый. Ух ты. Сейчас они все чистенькие, хорошие. Такой припрятался. О. Вот какой. А вот кто нашел этот гриб. Красавчик. Прикопаем его норочку. Сейчас же прохладно, никаких мух нету. Пахнет. Красота. Да, вообще ведро. Ого, сколько оленьих рожек-то растет. Кстати, очень вкусный гриб, похожий на лисичку. Мясистый он здесь, смотри-ка. Не, они на курицу похожи по вкусу. Ну, пускай растут. Смотри, сколько их тут. Можно собрать даже. Нельзя их собирать. Почему? И тут, смотри, сколько. И тут. О, не успели отойти. Еще один беленький. Опа. О, красавчик. А сегодня 3 сентября. Сегодня 3 сентября. Шафутинский спел свою песню, а мы еще не уехали на море. Опять оленьи рожки. А, смотри. Да, оленьи рожки много. Да, лес чистый. Вон беленький, смотри. Где? Вон, маленький, за оленьими рожками. Красавчик. Смотри, какой. О. Вот это да. Вот это да. Вот это гриб. Да. Тут кто-то шел, кстати, и резал грибы, вот валяется. Ой, оленьи рожки привлекли, а на самом деле был белый. Вот и тут. Опа, какие маслятки растут. Да, а вот они. Хорошие. Дорожки или где? Опа. Красавчики. Все разбрались по лесу, никого не видать. Ты мимо прошла. Такой красавец. Я, наверное, подумала, что это листик. Да. Гриша, и вот еще тут, смотри. Ну. Ага, сейчас. Тут они в округе, вот, да? И правильно говорят, у каждого свой гриб. Я прошла, тебе достался. Да. Это уже а мне другой, я на этот досмотрела. Сегодня. Второй. Вот он такой. Вот такой. Кривой весь. Держи. А у тебя там что? Твой стоит. Твой стоит? Нет. Показывай. Сейчас. О, какие красавчики. Подберусь. Кажется, нашел по грибу. Она что-то... что-то ушла в другую сторону. Да. Ой, бабка за детку, детка. Не вытащи. Дубом. Ага, слушай, это дубовик. Да? Ну, пришлось оторвать, не вытаскивается, слишком сильный. О, красота. Надо еще вокруг посмотреть. Я прикрыла его. Вот дорога, а вот гриб, и никто его не увидел. Какой красивый. Ага. Большой уже, подожди, она хотела посмотреть. Ждем. Ну, давай, бери. А, гладенький. Красавчик. Дубовик. Хороший. Полезает в корзину. Прямо у дороги, прямо вообще у дороги. Иду я, значит, по берегу, а тут стоит дружная семейка. Из трех беленьких. Вот это да, вот это повезло. Целых 3 одним махом.
Какие красавчики. Эй, красавчики. Мы тебя ждем. Подходи скорей. Смотри. Давай. Ну, прямо это мечта грибника. Да, настоящая мечта. Опа. Раз. Два. Два. Выкрутила. Почему грибы надо выкручивать? Расскажи, как ты снимаешь их. Ой. Потому что грибница глубоко под землей. Ваше срезание ни о чем не говорят. Да, потом грибница загнивает, если ножом срезать. А грибы надо выкручивать. И прикапывать лунку. Да, чтобы вот эта ножка осталась с нами, а не внутри. Если она останется внутри земли, то она будет гнить. Гриб не будет расти. Красота. Ну давай, срывай, ты нашла. Ты срывай. Ух ты! Да. Есть. И прикопаем. Главное, что они чистые все. Уже холодно. Они хорошо стоят. Красота. Одни белые. Да. Может, не холодно. Может, еще вокруг тут где-то есть. Но мух нету, главное. Так, я что-то нашел. Ого! Красавчик, привет. Меня, иди сюда. Грибник главный. Ой, как он как на картинке. Да, точно. Ух ты. Хряб. Хряб чистенький. Красавчик. А глаза разбегаются по всем сторонам. Хорошенький. Хорошенький. Это боровой как вот, по цвету. Угу. А нет ли тут еще грибов? Я нашла, это я нашла. Я. Какие красивые боровые вообще. Цвет шляпки. Ага. Красота. Ой. Беленькие. Ну, раз ты нашел, ты и неси. Ну, давай. Я отнесу. Ну ладно, давай. Еще один подлистик замаскировался. Да, отошла 2 метра от них двух. Вот еще. Еще один беленький. Ну, сегодня белая грибалка. Такой прислонившись к этому. Кстати, хороший? На этот надо проверить будет. Что-то ножка у него дряхленькая. Интересно, почему волнушка волнушка называется? Потому что она волнуется. Я соберу. Вкусные они соленые. Ну, показывай. Ну вот, смотри, какая прелесть. Вот это да. Красавчик. Только вылез. В корзинку полезай. А там вот, я не знаю, это что, гриб или плохой? По-моему, не плохой. О, вот это белый. Да. Беленький. Беленький-то. Ой, какая у него нога. Запасненький. Попастенький. Класс. Попастенький. А вон там что это, гриб? Тоже белый? Не знаю, но сапога. Они иногда похожи шляпки. Ну-ка. Покажи. Посмотри, как он закопался. Даже не заметишь его. О, боровенок. Какой хороший. Да, прям идеальные. Ну, прям белых сегодня в этот раз, да? Отлично. Здорово. А. Держи. Ой, хороший. Хороший гусь. Вот. У нас белые видны издалека. Ой, смотри, я даже не ожидала. Вот, белый. О. Ух ты. Смотри, какие. Только-только вылезли. Свежачок. Красавчики. Причем вчера... Суббота, сегодня воскресенье, вчера людей видели в корзине. Так они и только снова растут прям. И олени рожки. А вот там не лисички? Смотри. Вот вон там. Это ложные. Да. Ой, что вы там нашли? Ох, ничего себе, какой толстый. Смотри. Ага. Толстяк. Листиками прикрылся. Сидит, посиживает.
Ну-ка покажи нам. Во. Хороший грибок. Толстый. А, можно вас понюхать? Хотя тут еще должны быть грибы, это точно. А вот они все в корзине. Вот тропинка, а вот красивенький это грибочек. Красота. Да. О. Какой маленький, свеженький. А прикопнуть? А прикопнуть, да. Стоит, ну собирай. 86-е включение. Да, белый. И снова грибок. А какие красивые-то вообще. Вот. Обалдеть. У тебя уже целая корзина. А он-то еще белые прошли, нормально? Он стоит. А нет, это под березовик. Да. Не все то белое, что под березовик. Да. В яме. Еще они стали на дороге расти. Да. Оставляет свои. Вот тут надо стремиться. С белыми. Ну, блин, тут просто костер был. Вообще смешной белый. Ну да, вот. Прям в траве стоят. Ну, прямо на тропе. Вот опять на тропинке. Хорошая тропинка. И два. Два? Красота. Найди второй. А где второй? А, нет, это другой. Маслак. Маслак. А это белый. Надо посмотреть. Прикапнуть. В траве и змеи могут быть. Ну, аккуратнее. А теперь красненький. Красненький. Покажите. Вот, ну правда такой дрищ красненький. Зато яркий такой. Зато яркий, да. Красавчик. Полезай в корзинку. Кто это у нас тут стоит? А это беленький, с лужей наверху и в залихватской шляпе. Д'Артаньян. Во. Это же Д'Артаньян, я его узнал. Да-да-да. А сколько нас? А сколько нас? Четыре. А сколько у нас шпак? Четыре. Вот у нас картинок четыре. Да. У нас все самые интересные. Кто-то находит гриб и все бегут сюда. Да, смотреть. Интересно. А смотри, корзиночки наполняются. Хорошо. Ты хотела подосиновики. Вот, подосиновики. Подосиной. Парочка, пожалуйста, красота какая. Два срослись даже вместе. Красавчика. Ой, какие хорошенькие. Ага, парочка такая, да? Не, пускай растут. Ну пусть растут. Здорово. Как ягодка. Ой, да, как ягодка. Красавчик. Еще. Вот вполне большой. Товарищ. Красотун. Есть какой длинноногий. Ага. Вообще. Так, есть еще вокруг. Надо посмотреть. Ну что, грибники, грибалка удалась? Удалась. Грибалка молодости. Во. Нашей. Во. Вот сколько много. Да. Во. Да. Во. Класс. Надо так сфотографироваться. Хорошие грибочки. Вот Лена нашла уже грибы. Вот такие беленькие. Красота. Я тоже два маленьких подосиночка нашел там. Вот такие. Красавцы. Красота. Ну что, грибалка удалась. Удалась. На славу. Ну, на славу. Команда прощается с вами. Команда «Вонючий ветер». На елки, Гриш.